благослови, Высокопреосвященнейший Владыко, Кадило.
деньги, жизни подать его впереди и всего себя. И очисти нас всякие скверны, спаси твою душу нашу. Слава Вышнему Богу и на сей мир, человеку Божьего Бога. Слава Вышнему Богу и на сей мир, человеку Божьего Бога. Господи, и с кем я отвечу, и встану я на крестях Бога. Время сотворите, Господи, Высокопреосвященнейший Владыку благослови. Помолись о нас, Владыка, помяни нас. Архиерей Господин, благослови, Высокопреосвященнейший Владыко. Всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, помилуй, Господи, помилуй,
и друг друга и бежимо ваш Христу Богу предадим.
Яко святи си, Боже наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. Господи, спаси благочестивую. Не бывай ни числа, ни деще,
Здравствуйте! Аще впадет человек при себе, да не ты искушен будешь. И духове твоему. Аллилуйя! Святого апостола и евангелиста Луки. Послушать Его и исцелитесь от недуг своих, и страждущие от дух нечистых, и исцеляхуся. И весь народ искаше прикасатися Ему, яко сила от Него исхождаше и исцеляше все. И той возведучи свои на ученики свое глаголоши: блажени нищие духом, яко ваше есть Царствие Божие. Блажени алчущие ныне, яко насытитеся. Блажени плачущие ныне, яко восмеетеся. Блажени будете, егда возненавидят вас человецы, и егда разлучат вы, и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло, Сына человеческого ради. Возрадуйтесь в той день и взыграйте, себо мзда ваша много.
богине нашим, высокопреосвященнейшем митрополите Германе и о господине преосвященнейшем епископе Елисее. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не щемуемся, Лорд, Богу хранили в стране нашей российской и спасение ее. По народе властей и воинстве я, Россия и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Памятный святейший патриархи и правоверии, церковь православную во всем мире пребывающую, и даровать ей мир и безмятежие, любовь и согласие. Рцем си, Господи, услыши и помилуй. Еще молимся, Оеже, благосердием и милостью презрите на Святую Церковь Православную и сохраните ее от разделений и расколов, от вражды и нестроений, да не умалится и не поколеблется единство ее, благославится в ней Пресвятое имя Твое, Отцем си, Господи, услыши и помилуй. Еще молимся и о птителях святого храма сего, рабих Божиих, Владимире и Александре, о божественном покрове, благопоспешении в труде и многолетии жития их. Еще молимся, Оеже, к славе Божией, благоустроитесь и благоукраситесь святому храму сему, святого праведного Иоанна Кронштадтского, рцем си, Господи, услыши и помилуй. Еще молимся, Иоеже, умиритесь в Отечество нашему и о православных воинах, побраних сущих, Боже, во здравие и возвратитесь в дом и славя, и спасимыми быть. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих, во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, полющих и предстоящих людям, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Яко милостив и человека любит Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Паки, паки, миром Господу помолимся. Поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Паки, миром Господу помолимся. Послышим мир.
славу высылает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина преосвященнейшего Елисея Любинского и Новоаннинского, да поменит Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне присно и во веки веку. Христу Творец, да поменит Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне присно и во веки веку. Аминь. Господина нашего, высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священнический, монашеский начистский чин, весь причет церковный, настоятели, братья прихожан святого храма сего, строители, благотворители святого храма сего, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Господу помолимся. Во святом храме всем с верой благоговением и страхом Божиим входящих боль, Господу помолимся. Ангела мирно, верно наставника, хранителя души телес наших, Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших, Господа просим. Добрых, полезных душам нашим, и мир, мирами у Господа просим. Прочее время живота нашего, в мире и покаянии скончайте, у Господа просим. Христианские кончины живота нашего, безболезненные, непостыдные, мирные, доброго ответа, на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми поминувшую сами себя и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим. Щедротыми единородного Сына Твоего, с ним же благословен Иси, со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Oh, yeah.
добре, станем со страхом во мне, святое возношение в мире приносите. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Победную песнь поющие, вопиющие, взывающие и глаголющие. Обнови в нас молящих тебя.
еще приносим тесловесную семью и бескровную службу, и просим, и молим, и милися Тею, не спасли Духа Твоего Святого на мы, и на предлежащие дары сия, и сотворим по Твоей честное тело Христа Твоего. Аминь, благослови воды по святую чашу. Твоей же в чашу сия, честную Христа Твоего. Аминь, благослови воды по облая. Пречистей, преблагословенней славе, Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии. Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина преосвященнейшего епископа Елисея Урюпинского и Новоанинского, их же дары святым Твоим церквам в мире целы, честны, здравы, долгодействующие, право правящая, слово Твое истины. Помяни, Господи, и господина нашего высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, и Боже дару святей Твоей Церкви, в мире цело, честно, здраво, долгодействующе, право правящая, слово Твое истины. Даст нам единим и устыдиним сердцем славить и успевать пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Господу помолимся.
Пресный горе Господу помолимся. Нет, вот человек полюбит Бог наш, прием его святые, пренебесные мысли или свой жертвенник, поди благоухание духовного возвеспосвят нам прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам наших, и мира, мирови, у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати, у Господа просим. Христианские кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Соединение веры и причастие Святого Духа испросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Исподоби нас, Владыко, содерзновением неосужденно смерти призывать и Тебе, небесного Бога Отца, и глаголати. Святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко то есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
Сына, и Духа. Аминь. Братья и сестры, в апостольском послании на сегодняшний день, Галатам, мы читаем следующие слова. «И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвой, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». В Священном Писании неоднократно Авраам упоминается в тех случаях, когда мы говорим о вере. И вообще, рассуждая о вере, мы должны понять, как это руководиться в своей жизни верою и оправдываться верою. Как это, когда мы молимся каждый день утренними молитвами, читаем слова: «Та вера моя да отвещает, та да оправдит мя, да покажет мя славу, причастника славы Твоей вечной». Действительно, исполнить весь закон невозможно. Поэтому, если бы Господь нас судил по закону, то мы бы не спаслись, никакая душа не спаслась бы перед Богом. Преподобный Исаак Сирин говорит, что мы не должны Бога даже правосудным называть, по той причине, что если бы Бог был правосудным, то ты в сию же минуту, в сие же мгновение оказался бы на дне ада. Но милость Божия покрывает истинно верующих людей. Что же такое вера? Священное Писание на примере Авраама нам говорит о том, что есть истинная вера. В библейском повествовании ярко выражена беспримерная верность и преданность Авраама Богу. Несмотря на все испытания, он беспрекословно выполняет приказания Бога. История его жизни начинается с того момента, когда он, будучи еще мальчиком, выросшим в языческой семье, в языческом городе Уре Халдейском, однажды осознает, что все эти боги языческие, они не суть боги, а тот, кто сотворил небо и землю, вот есть истинный Бог. Можно себе подумать, насколько возвышенно мыслил этот отрок в те времена, будучи, по сути дела, находящимся в языческой среде. Вера в истинного Бога зарождается у него еще от юности. И в определенный момент Бог повелевает ему выйти из этого языческого города, и он идет по воле Божией, исполняет волю Божию и не ждет исполнения обетований. Вот она, вера, действительно и является той добродетелью, когда ты не ждешь, чтобы все исполнилось, как ты хочешь, как желает твое естество, но когда ты оставляешь возможность Богу действовать в твоей жизни и руководить твоими обстоятельствами. И будучи 75 лет, он выходит из Ура Халдейского по повелению Божьему. Надо сказать, что это было очень опасно, потому что в те времена такие путешествия, особенно в малой, как говорится, с малым стадом, оно было чревато и смертью в том числе. И Господь дает ему обетование, что у тебя будет потомство паче песка морского. И эту землю, в которую ты вышел, я тебе ее дам, землю ханаанскую. Но опять Авраам не получает этого обетования в своей жизни, он не видит исполнения этих обетований, по сути дела.
И как говорит нам Священное Писание, лишь только когда он был уже престарелым человеком 99 лет, вот тогда он получает известие о том, что у него родится долгожданный сын Исаак. Что это, как не испытание веры? Готовы ли мы на такие взаимоотношения с Господом Богом? Мы очень часто в своей жизни полагаемся на себя, на свой жизненный опыт, на свои знания, на свои навыки и умения. Но Господь в одночасье все может изменить в нашей жизни. Мы к этому не всегда готовы, потому что не хватает в нас веры. Вот и Авраам, получая единственного сына Исаака, уже будучи столетним человеком, только лишь в этот момент только лишь начинает исполняться все обещанное Богом Аврааму. И, наверное, одним из самых таких важных и красноречивых моментов во всей его жизни является еще одно более серьезное испытание его веры, когда Господь, Бог, говорит ему, что ты должен принести теперь в жертву своего сына. Того сына, которого он ждал много десятилетий, и лишь только в столетнем возрасте дождался, он должен принести в жертву, но он не колеблется. Ни одной секунды, ни одного мгновения собирает сына и идет в определенное место, где он должен это сделать. Потому что он верит Богу, он ему предан. Не потому, что он не любит своего сына, не потому, что он жесток, а просто потому, что он любит Бога. И в самый момент, когда уже должно было Исаака приносить в жертву, ангел Господень останавливает его руку, и сын его остается жив. Возлюбленный сын Исаак остается его жив. Таким образом, Господь нам являет пример того, что наша вера, она тоже должна быть испытуема. И все вот эти скорби, страдания, болезни, трудности, которые постерегают нас на жизненном нашем пути, это не что иное, как суть испытания нашей веры. Мне однажды довелось совершать погребение над одной усопшей женщиной, которая в 35 лет покинула наш земной мир по тяжкой болезни. У нее осталось двое детей. И вот ее муж, когда меня встретил, когда мы встретились на этом мероприятии, он произнес такие слова, которые далеко не каждый из нас может произнести. Он сказал: «На все воля Божья». Он не так часто ходил в храм, не так часто исповедовался, причащался, может быть, один раз в год, может быть, два раза в год. Но он проявил свою веру. Как мы готовы все наши трудности, скорби, беды перенести с Богом, посчитать, что это действительно свыше нам дано. Вот это есть испытание и проявление нашей истинной веры. И верою приступите. Причастники, повторяйте молитву ко святому причащению. Верую, Господи, исповедую. Верую, Господи, исповедую. Ты еси воистину Христос. Я ты еси воистину Христос. Сын Бога живаго. Сын Бога живаго. Пришеды мир грешное спасти. Пришеды мир грешное спасти. От них же первый есть ас. От них же первый есть ас. Ищи верую.
ищи веру. Как и сие самое пречистое тело Твое. И сия и самая честная кровь Твоя. Молюсь обо Тебе, помилуй меня. Прости мне прегрешения мои вольные и невольные. Я же словом, я же делом. Я же ведением и неведением. Исподоби меня неосужденно. Причаститеся пречистых твоих тайн. Во оставление грехов. И в жизнь вечную. Аминь. Вечере Твоей тайное днесь. Сыне Божий, причастниками оприми. Не по врагам Твоим тайну поверь. Не лобзание Тебе дам, яко Иуда. Но я как разбойник исповедую Тебя. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд или в осуждение. Будет мне причащение. Святых Твоих таинств, Господи. Новое исцеление души и тела. Аминь. Причащаться можно только после исповеди натощак, предварительно прочитав каноны молитвы ко святому причащению. Кто так подготовился, приступайте ко святому причащению. Девочку отведите, девочку.
Божие. Спасибо. Восставление грехов в жизни вечно. Защищаю храм Божий Дионисий. Восставление грехов в жизни вечно. Очищается храм Божий Сергий. Коснусь устом вашим, отымет беззаконие ваше, и грехи ваши очистит. Аллилуйя! Благословение Господне, Слово Твое.
отца нашего Иоанна, архиепископа Константина, Польского града, Златоустого, святого праведца Иоанна, пресвитера Кронштадтского и вся Россия чудотворца, преподобного Мартирия, Зеленевского и Божьей памяти не совершая, так и праведный Богу, Отец и Акима, и всех святых, помилуйте, спаси нас, и благ, и человека любит. Спасибо певцы, певицы, спасибо вам, братья и сестры, за молитвы ваши. Хорошо вы стояли, Богу молились. Когда так церковь вся молится, тогда и священникам легче, и крылышки вырастают. Так что вы наши крылышки. Счастья вам от Господа. Доброго здравия. Пусть ваши дети будут здоровы, удачливы и счастливы в жизни и наследовать Царство Небесное. Аминь. Вас не задавили еще, живые. На своих местах стойте, пожалуйста. Возьмите, идите.
Есть люди. Если сумочка, значит, там что-то ценное. Ну, документы. Господь накажет. Принесут на порядочку. Спасибо. Спасайтесь, братья и сестры. Будьте здоровы и счастливы. Ну, ты имеешь, чтобы мне не дуло? Да. Да нет, я вот сбоку наоборот хочу. Я не могу.